Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гордей, Фокси и Сундук. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1, я буду управлять аниматроникой, пацанчики будут выполнять роль охранников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, у вас есть энергия? У вас есть кнопки, они работают? Я могу нажимать кнопки? Отлично, работает все. Погнали. Я взял этого челепиздрика, потому что он очень смешной, мне кажется, на приветствие он очень классно подходит. Пацаны, можете использовать оружку, только не очень мощно, чтобы мне кишки из жопы не лезли сразу. Так, чуть попозже. А мы ходим по пиццерии и гуляем челепиздриком. Так, здесь есть еще комната, где можно им включать энергию. Почему-то она не работает. Мы уже включили. О, а что я сделал? Ты включил. Я свет включил в пиццерии или нет? Да, да. Ага. Так, понял. Так, давайте начнем с какого-то не очень сильного. Или даже сразу сильного, как получится. У нас есть новые паки. А, я забыл его добавить. Я скачал пак 86 мегабайт, и там два аниматроника, но они очень топовые. В следующей серии мы вам покажем их обязательно. Если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, а подписчики уже какие-то кнопки понажимали. А что это за звук был? Я выключил энергию. Понял. Опа, они меня увидели. Я специально не напал... Эй, эй, ты чё тут ходишь? Я через окно не могу вас убить? Нет, не можешь. Я какой-то плюш-трап, но очень какой-то большой очень плюш-трап. Ай, как ты, откуда? Эй, жлоб, убил одного, успел! Тот, кто стрельнул, тот и проиграл. Вы думаете, на меня так просто можно нападать? Так, сейчас мы будем их выслеживать. Ты меня не убил. Да я по тебе попал. А, понял. Я тогда возьму, короче, плюш-трапа. У кого 750 жизней? Вы сможете меня, в принципе, убить. И невидимым не могу я вставать. От, блин, жопа! Блин, как ты догадался, что это пехнулся? Есть один жлоб. Есть второй жлоб. Есть третий жлоб. Да закрывайте вы двери. Что ж вы двери не закрывайте? Так. Можете еще, ребята, написать в комментариях, какую следующую карту нам записать. Я всегда прислушиваюсь то, что вы просите, и записываю. Так, смотрим, что у нас там. Я помню, это пасхалочка. Здесь челик, короче, лежит весь в кишках. А, я, кстати, могу за аниматроников фонарик включать. Мы шмот скачали, классный. Нормально, отдыхает себе, лежит, никого не трогает. А я буду с фонариком ходить. Пацаны, вы слышите, на улице гром идет? Это означает, что вам конец скоро. Так, идем, 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 тихонечко идем. Увидел, увидел. Надо фонарик выключить, я палюсь с фонариком. О, тут кухня ж... А, кухня не работает. Ай! Кстати, вот это классный пулемет, он очень много валит. Эй! Ты... Вот жопа, и убежал. Ты чё через меня сальтухи крутишь? Я тебя уже не выпущу отсюда. Блин, я застрею постоянно на каких-то пропах. О, привет. Это теперь моя пиццерия. У меня в заложниках охранник. Вы думаете, вы меня можете так убивать? У вас энергия садится. Прощайте. А, тут тупик. Жопа, беги. Да я тебя сейчас съем. Догоняй. Блин, я не могу вблизи бить. Ой, на расстоянии, могу только в притирку. А, это что за вакханалия? Нифига себе, этот пулемет сильно много выносит. Пацаны сговорились на меня мочить, я понял. Есть, есть, есть. Мочим. А, я застрял в этом трупейшене. Но я ж могу прыгать. Эй, ты ж не забывай, я могу тпхаться. Так, ищут, ищут меня. А я сижу на нычку. У меня, кстати, осталось 160 жизней, это очень мало. Я должен обмануть их как-то. Так, закрыли. Эй! Ты чё ломишься? Это мой дом. Кто сюда придет, тот и умрет. У меня ты не убьешь. А чё? А! 65 жизней осталось. Зря ты обо мне такого мнения, что я тебя не убью. 29 жизней, ребята. 29. Я на соплях. О, а тут этот штурмовик идет. Да?
сундук идет. Гордея мочит. Так, я опять застрял в пропах, да? Так, я стою. Все отлично. Ушами шевелю. Ну что, вы идете? Ты где ты? А вы меня не можете найти, что ли? Да. Я очень классная нычки. Меня еще никто на планете ни разу не нашел. Это то место, которое человек ходит каждый день. Давай, зашел уже, не выйдешь, я тебя убью. А, жлоб. О, ты меня убил. Да как? Так нечестно. Я разозлился. В меня вселился спринтрап. Ого. Давайте отключим от третьего лица и вот так походим. Ай, кто-то меня за жопу кусает пищом лазерным. Я как рассид хожу. Че у меня с ногами? Как инвалидус какой-то. А, я могу как дурачок ходить. Эй, ты зря вот это затеял. Зря, пацаны, я очень мощный. Меня еще не убил ни один... Знаете, сколько у меня жизни? Вы меня просто не убьете. Поэтому давайте возьмем кого-нибудь полегче. Это босс будет у нас. Так, давайте возьмем... Во! Его возьмем. Я сижу, отдыхаю, не трогайте меня. Эй, у меня что, жизни тратятся, когда я сижу? Ага. Ах ты жлоб! Вот так и будет с каждым. Все, пацаны, я иду вам сдаваться. Не убивайте меня. Не убивайте, я сдаюсь. Смотри, стой. Смотри, я вам покажу, я сдаюсь, все. Смотри. Руки, да что ты меня мочишь? Все, пацаны, вы меня взяли в плен, я сдаюсь. Ах ты жлоб. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Стоять, не двигаться. Стою. Ты ж не забывай, я могу жопой мочить. Жопа убийца. Так, еще кто у нас тут есть? О! Стоять! Что? Да как? Я же кейк-кейк был. А тут бешеный Фокси бежит. А, он стоит. Стоит, просто отдыхает. Он устал. Он выключенный, пацаны, его надо включить. Спасибо. Я знал. Бежим. Так, эти невидимые вообще не становятся. Они более такие приближенные к реальности. Ого. А что со мной? Я подпритух, что ли? О, у меня режим включен. Агрессивный. Иди сюда. Я псих. И прикольные звуки издаю. От меня еще ни один охранник не уходил. Всех убил. А сюда кто пошел? А, мне показалось. Так, выключаем режим. Включаемся. Отлично. Что за электричество? О, давайте возьмем вот этого. А, ты этот... фиолетовый... Да. Ты знал его? Да. Ого, это я так делаю? И зайди. Я стою, у меня ничего, я не боюсь никого. Я батя, видите, руки за спину идет. Батя в доме. Блин, отвлекся, мне не босс. Да, я специально вас отвлекаю. Ну чё, вы чё мне так слабо мочите? Ого! Этот с пилой пришел. А чё ты убежал сразу, сыкун? Ха-ха, я хотел тебя замочить. Хорошо. Я иду, короче, пацаны, в ваш офис. Он теперь мой. Меня еще никто не смог остановить. Просто иду себе потихоньку. Ого! Это было больно. Кстати, у меня всего 10 тысяч жизней. Вы можете меня даже и убить как-то. Сейчас будет мало. Ходит, ходит и уходит. С пилой большой ищет меня. А не получается найти. Ага. Так, этот с пулеметом бегает. Не находится, да? Ай, попал. Аниматроники, пацаны, сегодня победили в сухую вас. Вообще, наизично. Даже никто мне ничего сделать не может.
Ай! Ой, сундук не надо лучше. Тут бомба, возьми ее, активируй. Я пошел, прощай. Прощайте, пацаны. Бум! А моя бомба что, не взорвалась, что ли? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!